Так, всем добрый день. Представляю ваше внимание бленду для объектива той фирмы китайской GGC, то есть новый тип LH32. Представляется вот такой вот коробочке. То есть данная бленда служит для объективов фотоаппарата Nikon, ну, в частности, заменяет родную бленду HP32. Так, ну и раз она заменяет родную бленду, то есть, ну и подходит для объективов Nikkor 1870, то есть DX-фактор. То есть с матрицей APS-C. Дальше 18-135, 18-140 и 18-105. То есть здесь вот конкретно написано на коробке. Так, внутри находится бленда. Достаточно для марки. Чатки пальцы сюда остаются. Внутри матовая пластик. Достаточно качественно сделано. Так, ну и давайте проверим, как. То есть вот есть объектив 18-140. То есть защелкивается без проблем на объективе. Так, дальше. Отсутствует затенение по краям. Так, ну единственное, это от объектива, от вспышки, то есть винитирование. То есть без проблем справляется. Так, ну и помимо вот основного положения при фото-видеосъемке, то есть у объектива еще есть, то есть у бленда есть еще и вариант при хранении объектива в сумке, ну либо фоторюкзаке. То есть можно ее никуда не убирать, а вместе с объективом, то есть устанавливать в сумке. Минус объектива то, что в комплекте бленда для данного объектива не идет. Ну и стоимость в два раза ниже официальной стоимости данной бленды производства Nikon. Так, ну и всем спасибо за внимание. То есть, кому было полезно. До свидания.